в Днепропетровске за, в Киеве против ассоциации с ЕС. Украинцы сегодня митинговали. Немногочисленно, недолго, но громко. Все видела Алена Центила. Полсотни митингующих с самого утра собрались у здания американского культурного центра. Начинают с кричалок. Получается, не очень. Господин Обама, руки прочь от Украины. Узнать, против чего акция, удается не сразу. Все вопросы к главному. Главный, объясняют, митингуют против экспансии США и проведения тех кемпингов. Это семинары, которые проводятся американскими консулами по подрыву политической... Политическое становище в нашей державе. Я пришла по приглашению, мне за деньги ничего не говорили. Любовь Алексеенко против наркотиков и Макдональдсов. Что на плакате написано другое, женщину не смущает. На плакате? Плакате. Я его не прочитала. Я немецкую учила, я не знаю. Поскольку к митингующим никто не вышел, в здании, которое они пикетируют, ремонт, экспрессивно сжигают два плаката и расходятся. А это другой митинг против подписания ассоциации с ЕС. Многочисленный митинг против евроинтеграции не получился. Собралось около двух десятков протестующих. Спас ситуацию украинский петух с почему-то европейским именем Питер. Он же символ гомосексуализма. Откормленный петух спокоен. Люди возмущаются. Если Украина примет Евросоюз, то это, ну, как бы, это будет повышаться... Ну, как бы процент гомосексуализма, лесбиянства. Если подпишут договор об ассоциации, то тогда будет законодательно распространяться. Это будет идти через школы, через фильмы, через государственные ресурсы. А вот Юлия Фалькевич на Евросоюз молится в прямом смысле слова. Я ее попросила помощи социальной и правовой защиты. Мне квартиру. Потому что я снимаю квартиру, я отдаю свою зарплату и полпенсии. За евроассоциацию были и в Днепропетровске. Правда, милиция демонстрантов вынудила свернуть флаги и транспаранты и перейти с улицы Кирова в центре города на одноименную на окраине. В итоге митинговали активисты недолго и не перед обладминистрацией, а рядом с проезжей частью. Мы хотим в Европе жить, как люди нормальные. Мы хотим донести свою позицию до влады. Яка повинна почути нас. На этом митинге было всего 20 человек, а Юрий Луценко призывает десятки тысяч неравнодушных выйти на улицу в поддержку евроинтеграции. Сколько же их там будет? Алена Центила, Наталья Грищенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.